Видно, продолжается серия встреч руководителей учреждений здравоохранения с местными жителями. В формате открытого диалога все присутствующие могут получить ответ на интересующие вопросы. Кроме того, на таких собраниях сообщают о строительстве современных медицинских учреждений на территории округа. Так, например, главный врач Видновской стоматологической поликлиники Геннадий Курятников рассказал о новом отделении стоматологии на улице Строительная, 14. Поликлиника будет достаточно интересная. Там новое оборудование, новые помещения, новые кабинеты. Будет микроскоп, будет общий наркоз. То есть такие все ноу-хау, новые технологии. Такие встречи с населением проводят каждый месяц. Их планируют заранее. Всю необходимую информацию можно найти в открытых источниках. При этом предварительная запись не требуется. Присутствующие отмечают большую пользу от проведения таких мероприятий. Я почти постоянно хожу на эти встречи, и вы знаете, очень результативно, потому что я живу в Горках Ленинских, и приезжаем мы сюда в поликлинику, в больницу, ну, по талонам, это очень сложно. Здесь решаю почти все свои вопросы. Благодаря обратной связи от жителей, медицинские специалисты решают много разных вопросов. Принимают правильные решения для улучшения доступности и качества медицинской помощи в Ленинском округе. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ.